Ну как, я уже подзагорела, тебе видно? Буся, да мы на улице всего пару минут. А я быстро загораю. Ой, смотри, смотри, звезда падает. Загадывай желание. Какая звезда? День на улице. Ну, не знаю, сама посмотри. Ой, точно, это метеорит. Ну, все равно загадаю. Я бы хотела... Ну-ну, что? Уметь телепортироваться куда захочу. Ты что, такие желания не сбываются. Ну, вдруг сбудется. А, ну тогда я загадываю, чтобы все мои слова и желания сбывались. Как тебе такое, а? Такое точно не сбудется. А вдруг сбудется? Даже не надейся. Это твоя телепортация не сбудется. Такое только в фильмах бывает. Да и вообще, Кузя. Кузя? А где Кузя? И вообще, как я тут очутилась? Что-то не помню, как я сюда приползла. Кузя! Кузя, я! Ты куда подевался? Друзья, как увидите Кузю, скажите, что я тут в травке ползаю. Кузьма! Ишь ты, телепортироваться она решила. Да я скорее увижу танцующий банан, чем Бузя научится телепортироваться. Что? Танцующий банан? Привет! Друзья, если вы тоже его видите, ставьте лайк. Неужели мое желание тоже сбылось? Ну тогда хочу гору морковки. А, да не на голову же! Что? Где это я? В качельке? Я же только что в траве ползала. Ничего не понимаю. Неужели я научилась телепортироваться? Правда, местечко можно было бы и получше выбрать, а то все красное вокруг. Друзья, кстати, подпишитесь на наш канал, если до сих пор не подписаны. Так, надо срочно Кузе все рассказать. Кузя, я к тебе! Где я? И главный вопрос, где Кузя? А ну, Кузя меня, пожалуйста! Кузя! Кузь, а что ты такой большой и носастый? А, тьфу ты! Ой, все, не могу же телепортироваться! Тем более непонятно куда! Хочу все отменить! Ой, опять новое место. О, Медвежулькин, ты Кузю случайно не видел? А то я тут вовсю телепортируюсь, а он ни сном, ни духом. Слушайте, это ж его желание тоже сбылось. А ну, Кузя меня. Ой, да не к этому носастому, а к нормальному. Бузя, Бузенька. Вот, за тобой чё? Гонятся. Ты что, ни слова про волков? О, слышала, все мои желания сбываются. Смотри, как я могу. Что? Бузя, ты где? Вертолет мне в рот. Она телепортируется. Не, я пошутил. Не надо вертолет. Да гори оно все огнем. Ой, пожар. Так, а где-то я? Это что, такой маленький бассейн? Фу, это горшок! Хочу, чтоб Бузя появилась! Кузя! Приветики! О, сработало! Что делаешь? Фух, слава морковке, ты здесь! Я уже думал, тебя НЛО украла! Ой! Кузя, не шевелись! Кажется, сюда пришельцы летят! Вот блин! Ой, а где Бузя? И что тут делает блин? Так, хочу вместо блина гору лайков. Ой-ой-ой, да не так же много. Обалденная суперсила, которой я даже не могу управлять. Как не в горшке появляюсь, то вот в умывальнике. Ребятки, напишите Вере в инсте, пускай нас спасет. Все, я уже устал от этой суперсилы. Ничего не хочу. Хочу, чтобы вокруг меня была пустота. Что? Пустота вокруг? Не хочу пустоту. Пускай вернется дом. Да, с такой суперсилой я мог бы стать популярным на весь мир. Эй, не надо меня фоткать.
Уйдите, уйдите отсюда! Я не хочу, чтобы на меня все глазели! Ну вот, теперь я невидимка. Всем привет, ребята! Я Рыжулькин. В предыдущей серии к нам во двор прилетел волшебный метеорит. Мяу! И со свинками стали твориться жуткие вещи. А что с ними будет дальше? Мяу! Смотрите прямо сейчас. И про лайк не забудьте. Фух, вроде отпустила. Надо поспать, а вдруг поможет. Лично мне сон всегда помогает избавиться от плохих мыслей. А вам, ребята, вот еще засну, проснусь, и все будет хорошо. Никакой телепортации. Спи, моя Бузя, усни. Хоть в доме и не погасли огни. О, Бузя! О, Вера! Как Вера, ты тут очутилась? Нам нужна твоя помощь! О, ты что, мне снишься? А ну, тихо! Пожалуйста, помоги! Ну, просыпайся же, пока я опять не исчезла! Погоди, ты что, настоящая? А нет, все-таки приснилась. Эх, походу надо подниматься, идти кормить свинок. Ну, ничего, сейчас еще 5 минуточек, и все будет, обещаю. Лучше. Прогулочным шариком мне никто не доберется. Ни волки, ни танцующие бананы. А теперь надо помедитировать. Я ни о чем не думаю, мои мысли чисты. Я не думаю ни о чем, даже про розового слона. Розовый слон, что? Какой еще розовый слон? Зачем я подумал про розового слона? Мама! Вера, ты не понимаешь... Ой, а где Вера? И откуда тут весь этот мусор? Я что, очутилась в мусорном ведре? Да блин, мне надо обратно к Вере. Ну-ка, перебрось меня к Вере! Ура! Получилось! Что? Вера, Бузя, а что ты делаешь? Блин, как ты здесь оказалась? Как так, телепортировалась? Ага, расскажи мне. Ничего, что я тут кое-чем занята. Другое время нельзя было выбрать? Ой, Вера, ты хорошо, что ты сидишь. Да еще и на горшке. У нас тут такое делается, такое. Бузя, мне сейчас не до твоих выдумок. Дай мне хотя бы пару минут, пожалуйста. А ты успеешь за пару минут? Представь себе. Ну, хорошо. Погодите, это как? Я что, еще сплю? Друзьяшки, подписывайтесь на наш канал! Прямо сейчас жмите на красную кнопку! И звоните! Колокольчик! Что? Ничего! Не пропустите! Да задолбал уже ты, телепорт! Только собираешься что-то сказать, как? Ребятки, это самое, мне тут ничего не видно через щелку. Скажите, пожалуйста, слон розовый уже ушел? Свинки, вы где? Ой, кажется, возвращается. Свинки. Слон! Нет, не слон, всего лишь Вера. Кузя, и ты туда же? Куда же? Рассказывай, какая пчела тебя укусила? Ой, это ты зря. Что зря? Ой, пчелы! Откуда они тут? Вера, ну вот зачем меня было трогать? Я же залез в шар специально, чтобы никто больше не страдал от моих мыслей. Не, надо было меня трогать. Кузя, сейчас же объясни, откуда здесь взялся рой пчел? Ну это я их выпустил. Что? Как это? Силой мысли. А ты не мог бы силой мысли загнать их обратно? В том-то и дело, что не мог бы. Походу я сегодня не с той ноги проснулась. Так, Кузя, пойдем, мне все расскажешь. Ай, блин! Ой, да сколько же тут этих пчел! Итак, я требую объяснений. Что за фигня творится в доме с самого утра? Кыш, кыш! Бузя то исчезает, то появляется. Ты у нас, оказывается, пчел можешь материализовать. Я не только пчел могу. Могу, что захочешь. Ага, что, даже $1 000 000? Ну, $1 000 000 я не пробовал, а вот Бузю могу. Бузька, появись! Тут не появляется. Да сейчас!
Что? Вижу, все в сборе. Хорошо, срочное совещание. Видела? Походу, я сошла с ума. Да нет, Вер, не волнуйся. Ты тут ни при чем. Все дело в метеорите. Стоп. В каком еще метеорите? Ну, который во двор к нам шваркнулся. Вчера еще. Надо его найти и выбросить. Да, и нас тогда отпустит. Ну, мы так надеемся. Так что вперед. Знаю, ребят, больше это похоже на то, что у Веры шиза. И ищу у себя во дворе упавший метеорит, из-за которого свинки превратились в супергероев. Но раз уж такое дело, помогайте мне его искать. Такс. Бузя-зя, а тебе не жалко распрощаться со своей суперсилой? Ты что, шутишь? Я уже забыла, когда кушала нормально в последний раз. Все время пропадаю. Знать бы еще, как выглядят эти метеориты. О, а это что за интересная штука? Чё-то я такого не припомню. Неужели это он и есть? Тот самый волшебный метеорит. Даже как-то страшновато его касаться. Ай, горячий еще. Вот это прикол. Пропадаю я, смеюсь и пропадаю я. Не знаю, конечно, как правильно надо обезвреживать метеориты, но думаю, если я его выброшу, то поможет. Ну-с. Ого, ничего себе, какой он горячий. Не, голыми руками эту штуковину не возьмешь. Но ничего, на этот случай у меня есть специальный инструмент. Антошка, идем копать метеориты. Так-с. Ох. Хоть бы себе никакой суперсил не подцепить. Взять-то его взяла, а что с ним дальше делать, не придумала. Ну что ж, как минимум надо выбросить его подальше за пределы двора. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Посторонись, Вера несет волшебный метеорит. Так-то, дружище, улетай обратно. А нам и так нормально живется. В этой серии приветики получают Свинка-пуговка, Кунгурова-Дашуля, Даня, Акимов-Артем, Сонечка и Кристина-96-65. Привет! Ну и как, Кузя? Ты что-нибудь чувствуешь? Я ничего. И я ничего. Ну, значит, мои поздравления. Помогло. Вера, а может ты так и Тимофея однажды на лопате выкинешь? Ага. Может и выкину, а может и не умничайте. Ладно, друзья, ну напишите тогда в инсту, какой суперсилой вы хотели бы обладать. Ага, интересно узнать. А еще пишите, какие новые тренды и челленджи вы бы хотели у нас увидеть. Ну а прямо сейчас смотрите предыдущий выпуск. Он тоже очень интересный. Тёмки-бомки!